Приветствую всех, вы на канале Школа Вязания, с вами Катерина Мужин. В сегодняшнем видео мы будем вязать шапочку узором коса до пояса. Этот узор я показывала вам ранее. Значит, получается на нем вот такая очень красивая макушка, видите? Значит, шапочку можно вязать просто, можно вязать с отворотом и можно вязать с ушками. Значит, у нас отдельно будет шапочка без ушек сейчас. Отдельно видео, как вязать вот эти ушки. И также потом я добавлю видео, как подшить и рассчитать подклад под такую шапку. Значит, буду давать три размера. Маленький — это тот, что я вяжу, 48-50 сантиметров. Для подростка 52-54 и взрослый размер 56-58. Все вяжем из мериноса. У меня меринос Alize Merino Royale. Здесь 50 грамм матки, 100 метров. Цвет 67. Значит, свяжем отдельно образец. Образец хоть и другого цвета, этой же нитью у меня связан. Значит, сразу скажу, спицами я вязала 3,5. Вот, 3,5 это и отворот вяжется, и сама шапка. И только наборный край у нас спицами поменьше, 3,0 мм. Значит, как вязать вот такой образец с поворотными рядами, у нас будет отдельное видео, тоже ссылочка будет под этим видео, переходите, смотрите. Значит, мы образец вяжем для того, чтобы знать, сколько у нас сантиметров будет в том рапорте рисунка. Если у вас примерно такая же ниточка или любая другая, где 100 грамм примерно 200-220 метров, вы можете не вязать образец, а использовать мой. Они будут примерно одинаковы. Значит, не слишком сильно растягиваем, он в таком слегка натянутом виде, как хотим, чтобы было по голове. У нас образец, вот сюда изнаночный, если забрать, вот так, будет, смотрите, почти 7,5, 7,4 примерно сантиметра у нас. 7,4 сантиметра – это один рапорт рисунка. Один рапорт – это 18 петель. Теперь берете калькулятор и меряете свою окружность головы, вот примерно женская 58, делим на 7,4. Это вот 8 раз нам нужно повторить рапорт для взрослой головы. И 7 раз, соответственно, она повторится для детской. И на 50, и на 54 7 раз умножить, ой, разделить на 7,5. Вот, 7 раз нужно повторить для окружности 50. То есть, если это все в петлях. Вот смотрим, как выглядит наша шапочка. Значит, вот здесь у нас 7 раз повтор для двух первых размеров. 7 на 18 петель – это 126 петель. Взрослый размер – это будет 144 петли. Так? Дальше. Между резиночкой и самим рисунком у нас на каждую косичку прибавляется примерно по одной петли. Итого здесь, если рапорт у нас 18 петель, то на резинке рапорт 16 петель. Итого 7 уже не на 18, а на 16. Здесь изначально должно быть 112 петель. И, соответственно, для взрослого размера 128 петель. И тем, кто хочет вязать с отворотом, вот таким, как я, мы на отворот набираем петель больше. Примерно каждую восьмую мы добавляем к этому узору. Значит, у меня, если здесь было 112, мы 112 делим на 7 и умножаем на 8. То есть здесь 128 петель я набрала, вот чтобы вязать с отворотом. Для взрослого, соответственно, значит, у нас было 8 рапортов по 16 петель, это 128, делим на 7 и умножаем на 8, это 146. Вот. Петель вот здесь набрать, если хотите, с отворотом. Вот так. Значит, мы будем вязать не просто отворот, а фиксированный отворот, так как я показывала, там, где фиксация у нас двумя рядами изнаночных и двумя рядами лицевых петель. Вот фиксированы хорошо. Отдельно свяжутся ушки. Сегодняшний мастер-класс, как я говорила, без ушек. И стянут отворот с помощью катушечной резинки. Видите?
Вот так у нас выглядит катушечная резинка. Вот старайтесь ее подбирать под цвет именно самой шапочки. Они есть разных цветов. Вот у меня серенький, и на бежевом совсем не видно. Так, значит, теперь, соответственно, размеры. Так, вот я пишу размеры. Нужно считать все сразу. Значит, сколько бы вы ни вязали отворот, это понятно, мы считаем не отворота, а от вот этой резинки. Вяжете вы с отворотом или без, резинку я рассчитала на 4 сантиметра. 4 сантиметра резинки добавила. Дальше, сама макушка вот здесь, это 4,5 сантиметра. Вот сверху я сразу схемки вам рисую, так? И макушка у нас обязательно должна быть после вот этих двух лицевых вот перекрещений. Видите, 2 на 2. Сразу начинается макушка. Поэтому нам нужно определять, как начинать схемку. Раппорт схемы – это 30 рядов, вот от косички до косички. И это у нас примерно 8,5 сантиметров. Так, а теперь вот еще раз размеры и высота. Если у меня на размер 48-50 должна быть высота 19,5 сантиметров, то мне нужно добавить к макушке, к резинке, к схеме еще 6 рядов, то есть 2,5 сантиметра. Вот 6 рядов, вот эту косичку я еще раз добавила. Дальше, если это 52-54, мне, соответственно, нужно еще 4 сантиметра. Так, высота у меня должна быть 21. Поэтому я добавляю не 6, а 10 рядов. То есть не вот это, а вот так. Будет вот здесь внизу, между резинкой и узором. И если на взрослую окружность, то нужно добавить 5,5 сантиметров, чтобы высота у меня была 22,5 сантиметра. Итого это будет 14 рядов, то есть вот так, вот здесь, видите? Соответственно, я вот это вам все рисую. С каких пор начинать схемку, вы смотрите вот сейчас. И на моем сайте по ссылочке перейдите, эти все схемы будут на скачивание. Так, дальше вот эта прибавка, которая у нас будет от резинки на узор. Я сделала ее так, что она мне удобна именно для косички. То есть я ее прибавила в следующую петлю от перекрещения. Таким образом, сразу в следующем ряду ее спрятала. Вы прибавляете из той петли, которая у вас будет там от перекрещения. К примеру, черновичный вот вариант моей схемки, вот, к примеру, у вас будет вот это перекрещение, вы сразу вот здесь прибавили, то есть там, где вам удобно. Вот так. Главное, что на 16 здесь петель вы должны прибавить 2 и получить 18 петель узора. Значит, приступаем. Еще хочу сказать, что если у вас шапочка идет с подкладом, то вы ее должны связать по окружности, не по высоте, а по окружности, чуть больше, чем если без подклада. У меня так и получается. Вот видите, и на 50 размер, и на 54 размер вы вяжете одно и то же самое количество петель по кругу. Поэтому я ничего не прибавляю. У меня уже вот эти дополнительные сантиметры я так добавила, так как половинку раппорта не могу вставить, а целый. То есть 7 раппортов повторяю, а не 6. Поэтому у меня уже это есть. Но кто там вяжет для 54 размера, к примеру, и хотите с подкладом, то вяжите сразу взрослый размер, добавите подклад и получите для 54 размера. Вот такая маленькая хитрость. Все, все ссылочки на дополнительные вот эти ушки на подклад, а также у нас дальше начнется комплект к этому вот шарфик. И я сейчас, когда довяжу шарфик, планирую еще вязать рукавички. Все будет добавляться под этим видео. Приступаем. Так, если я вязать буду 3,5 спицами, то набираю я петельки троечкой. Спицами 3 и 0 миллиметров. Вот. Леску беру не длинную. Желательно до 50 сантиметров, лучше 40. Так, набираем петельки итальянским способом набора. Вот так короткий конец расположить на большой палец. Конец от моточка на указательный палец. Берем одну спицу, подводим, вот так поворачиваем. Теперь завести спицу под нить от большого пальца, подхватить нить указательного пальца. Это вторая петля. Подвести спицу под нить указательного пальца, подхватить нить от большого пальца, третья петля. И так продолжайте набирать 4, 5, 6, 7, 8 и так далее. Это итальянский набор петель. Значит, таким образом я должна набрать 128 петель
плюс одну дополнительную петлю для соединения в круг. Итого 129 петель. Так, 127 и 128 петля. 128 петель я набрала. Плюс одну петельку для соединения в круговой ряд. Она набирается как классическая петля. Итого набрано 129 петель. Значит, работу поворачиваем. Значит, после такого набора этими же спицами должны провязать 2 ряда полой резинки, и третий ряд будет переход на резинку 2 на 2. Так, значит, первую петлю снимаем. Дальше вяжется так. Петелька, что повернута правой стенкой к нам, снимается с нитью перед вязанием. Вот. Петелька, что повернута правой стенкой назад, провязывается лицевой за заднюю стенку. Повторяем, нить перед вязанием снять петлю, нить за вязанием 1 лицевая за заднюю стенку. Нить перед вязанием снять петлю, 1 лицевая за заднюю стенку. Вы повторяете до конца ряда. Так, снять петлю 1 лицевая, предпоследнюю петлю снимаем, последнюю провязываем лицевой. Вот, это был первый ряд. Повернуть вязание. В втором ряду все наоборот. Те, что провязывались, будут сниматься. Вот, последняя провязалась, она теперь изнаночная, мы ее снимаем. А те, что снимали, они с этой стороны лицевые, мы их провязываем лицевой, но уже за переднюю стенку. Нить перед вязанием снять петлю, 1 лицевая. Нить перед вязанием снять петлю, 1 лицевая. Вот так и вяжем. И снова так до конца ряда. Все изнаночные мы снимаем с нитью перед вязанием. Все лицевые провязываем лицевой петлей. Так, довязан второй ряд. Снять петлю лицевая. Последнюю должны были снимать, правильно? Значит, смотрите. Мы ее снимаем. И растягиваем петельки по длине наших круговых спиц. Так вот, растянуть. Растягиваем, смотрим, чтобы петли не перекрутились, так? Вот. Значит, возвращаю я вот эту петлю, и эти две петельки провязываю как две вместе по рисунку, они будут у нас изнаночной петлей, вот. Таким образом, работу я соединила в круг, видите? Так, значит, в начале кругового ряда ставим маркер, ничего не поворачиваем, вяжем по кругу. Значит, у нас есть здесь резинка 1 на 1, из нее мы должны выполнить резинку 2 на 2. Для этого первую петлю провязываем лицевой, затем нам нужно лицевой еще одну петельку, здесь изнаночная. Значит, мы подхватываем следующую петельку. Значит, вот эти две петли меняем местами. Правую спицу спереди ввожу во вторую петельку. Две снять со спицы, перехватить первую, она у нас за вязанием, вернуть вторую, она у нас перед вязанием. Провязываю лицевая, получила 2 лицевые подряд, и изнаночная. А следующая у нас по рисунку изнаночная. Вот, видите, получила 2 лицевые, 2 изнаночных. Повторяем, снова следующая у нас лицевая. Дальше 2 петельки меняем местами. То есть перехватываю спереди вторую петлю, меняю местами с первой. Вот, провязываю 1 лицевая, 1 изнаночная. Затем еще 1 изнаночная петля по рисунку. Снова лицевая, поменять петельки 2 местами, вторая у нас находится перед вязанием, вот, провязываем лицевую изнаночную и следующую изнаночной петлей. Вот таким образом из резинки 1 на 1 мы переходим в резиночку 2 на 2, вот видите, и так по кругу до конца. Так, последние у меня 4 петли, 1 лицевая, перекрестить 1 на 1 с уклоном вправо, меняем местами, вторая находится перед вязанием вяжем 1 лицевая, 1 изнаночная и последнюю изнаночной петлей. Вот здесь стянуть. Все, видите, мы полностью перешли на резиночку 2 на 2. Теперь должны поменять спицы. Значит, я беру спицы 3,5 и меняю. Кстати, есть такой краткий лайфхак для тех, кто вяжет съемными спицами, как я. Очень удобно, если вот эту спицу взять, ту, что нужно, там 3,5, а ту, из которой вы постоянно берете петельку, взять на размер меньше, ну, к примеру, 3,25. Тогда скорость вязания очень увеличивается. Значит, продолжаем вязать резиночкой 2 на 2. Переснять маркер. И я вяжу вот 2 лицевые, 2 изнаночные. У меня осталась резинка 2 на 2. 2 лицевые. 2 изнаночных. Значит, так ряд за рядом, по кругу, резинкой 2 на 2, вы вяжете столько, сколько хотите. Напоминаю, это отворот, то есть сколько вы свяжете, это будет все заворачиваться.
резинкой из двух лицевых и двух изнаночных петелек. Так, резинкой 2 на 2 я всего провязала вот 24 ряда в высоту. В сантиметрах это от наборного края 7 сантиметров у нас. Дальше мы должны сократить петельки. На каждые 8 петель мы одну убавляем. Итак, следующий ряд будет выглядеть так. Значит, вяжем 2 лицевые, 1 изнаночная, 2 вместе лицевой, 1 лицевая и 2 изнаночных. Вот. Значит, смотрите, я провязала 8 петель, сверху получила 7. Это мы повторяем. 2 лицевые, 1 изнаночная, 2 вместе лицевой, 1 лицевая, 2 изнаночных. Вот видите, второй повтор. И так далее. 2 лицевые, 1 изнаночная, 2 вместе лицевой, 1 лицевая, так, и 2 изнаночных. И так по кругу до конца нашего ряда. Значит, всего у нас было 128 петель, теперь у нас 112 петель. То есть ничего лишнего, это именно тот уже размер, что нам нужно. Так, дальше мы будем делать фиксированный отворот. Во-первых, нужно посмотреть, какая сторона вам больше нравится. Вот это отворота или вот это. Смотрим именно вот по нашему краю. Мне вот это больше нравится, а значит, мне нужно будет один раз повернуть вязание. Так, значит, для отворота, вот это у нас лицевая будет сторона, соответственно, я должна провязать 2 ряда изнаночных петель, затем 2 ряда лицевых петель, а затем поворачивать вязание. Итак, 2 ряда изнаночных петель для отворота. Это каждая петелька у нас выполняется изнаночной петлей. Вот так. Видите? Абсолютно каждую петлю по кругу мы вяжем все изнаночные. Так, довязываю ряд изнаночных, переснять маркер и еще один ряд изнаночных петель. Вот это второй ряд изнаночных. Продолжайте вязать так по кругу до конца. Так, есть 2 ряда изнаночной глади, теперь 2 ряда лицевой глади, то есть лицевых петель. Вот следующий ряд я вяжу все петли уже лицевыми. И так по кругу до конца нашего ряда. Так, довязываю ряд лицевыми, переснять маркер и еще один ряд лицевыми. Каждую петлю лицевой по кругу, еще ряд. То есть так мы вяжем по кругу до конца. Так, вот довязываю до конца, переснять маркер. Значит, теперь нам нужно повернуть вязание. Для этого первую петлю я вот так снимаю, нить перед вязанием. Нить за вязание, петлю возвращаю. То есть обернула я ее и повернула вязание. Снять маркер. Значит, мы повернули вот в изнаночную сторону. Но теперь это будет лицевая сторона. А смотрите, сам отворот будет подниматься. И тоже у нас с лицевой стороной к нам. Понятно, почему мы обернули, так? Так, теперь мы вяжем резиночкой 2 на 2. 2 изнаночных петли начинаю. 2 лицевые. 2 изнаночных. 2 лицевые. Так, и так по кругу до конца ряда. Вот. Так вот я довязываю 2 изнаночные, лицевая, а следующая тоже должна быть лицевой, только это обернутая петля, нить оборачивания поднять и провязать вместе лицевой с петлей оборачивания. Вот так. Стянуть. Переснять маркер, продолжаем вязать резинкой. 2 изнаночные. 2 лицевые, 2 изнаночные, 2 лицевые. Вот так резиночкой 2 на 2 продолжаете вязать. Резиночкой вот здесь сверху я провязала еще 4 сантиметра. Видите? И общая высота у меня 12 сантиметров. Так. Дальше мы должны перейти на узор. Но прежде чем перейти на узор, нужно прибавить петельки. Так как у нас в узоре косички, на каждую косу 2 на 2 прибавляем 1 петлю. Это стандартное правило. Итак, ряд прибавления у нас тогда будет 2 изнаночные, 2 лицевые, 1 изнаночная. А вот со следующей изнаночной делаем прибавку. Значит, спускаясь не в петлю, а под петлю. Вот видите, вот сюда. Провязываю лицевой,
И затем саму петлю лицевой. Вот так. Мне и по рисунку нужно, чтобы они были лицевые. Поэтому я их вот так прибавила к лицевой. Видите, у меня две лицевые получилось и с одной ранней изнаночной петли. Так, дальше еще две лицевые. Две изнаночные. Две лицевые. Со следующей изнаночной делаем такую же прибавку. Значит, я спицу опускаю под петлю. Вот так. Прибавляю петельку. И затем саму петлю провязываю лицевой. Две петли получила с одной, снимаем. Еще одна изнаночная. И две лицевые. Так, смотрите, сейчас у меня провязано 16 петель. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Над ними я получила 18 петель. Вот это раппорт рисунка. На нем у нас дальше будут 2 косички. Вот это все вы повторяете по кругу. Так, следующий ряд мы должны провязать после прибавок просто по рисунку. Так, 2 изнаночные, так, 2 лицевые, 1 изнаночная, 2 вот эти, что прибавили, и еще 2, то есть 4 лицевых. Так, 2 изнаночные, снова 4 лицевых, 1 изнаночная и 2 лицевые. Вот такой раппорт рисунка. Повторяйте по кругу до конца ряда. Значит, после прибавок у нас получилось 126 петель. Теперь мы будем вязать схемку на 18 петлях, которые повторять по кругу. Итак, первый ряд нашей схемки. Начинаем с 2 изнаночных петель. Изнаночная 1, изнаночная 2. Далее перекрестить 1 на 1 с уклоном влево. Значит, можно с дополнительной спицей, можно без. Я буду и тот вариант показывать. С дополнительной спицей по всех правилах мы снимаем одну петлю, оставляем ее спереди, перед вязанием. С левой спицы вяжем одну лицевую, затем с дополнительной спицы вяжем одну лицевую. Вот так перекрещение 1 на 1 с уклоном влево выполняется с дополнительной спицей. Далее. 1 изнаночная. Здесь у нас будет перекрещение 2 на 2 с уклоном вправо. Тоже показываю сначала с дополнительной спицы. Значит, 2 на 2 вправо. Если перекрещение вправо, мы 2 петли снимаем на дополнительную спицу и оставляем их сзади, за вязанием. С левой спицы вяжем 2 лицевые. Петельки с дополнительной спицы тоже провязываем как лицевые. Раз и два. Вот так выполняется перекрещение 2 на 2 с уклоном вправо. Далее 2 изнаночных. Перекрещение 2 на 2 уже с уклоном влево. Если перекрещение с уклоном влево, то 2 петли снимаем на дополнительную спицу и оставляем их уже спереди, перед вязанием. С левой спицы вяжем 2 лицевые. Затем с дополнительной спицы петельки вот передвинула и тоже их провязываю как 2 лицевые. Раз и два. Вот так перекрещение 2 на 2 влево. Так, далее 1 изнаночная и перекрещение 1 на 1 с уклоном вправо. Уклон вправо, значит, сзади мы оставляем одну петлю. С левой спицы вяжем одну лицевую. С дополнительной спицы вяжем одну лицевую. Вот так выполняется у нас перекрещение с дополнительной спицы. Это раппорт на 18 петлях, его будем повторять. Только первый ряд я покажу вам 2 раппорта, чтобы показать, как без дополнительной спицы работать. Дальше буду показывать только по одному. Итак, второй повтор. 2 изнаночных. Перекрещение 1 на 1 с уклоном влево. Без дополнительной спицы. Смотрите, правую спицу сзади я ввожу во вторую петельку. 2 снимаю. Перехватываю первую, она у нас получается перед вязанием. Возвращаю вторую, она получается у нас за вязанием. И обе провязываю лицевыми. Вот видите, без дополнительной спицы сделали перекрещение 1 на 1 влево. 1 изнаночная, перекрещение 2 на 2 вправо. Значит, вправо, значит, вот эти две нам нужно оставить сзади. Поэтому правая спица спереди вводится в третью и в четвертую петельки. Вот так, видите? 4 снимаем, перехватываем первые 2 за вязанием, возвращаем третью и четвертую перед вязанием. Так, все 4 провязываем лицевыми. 1, 2, 3 и 4. Есть перекрещение. 2 на 2 вправо. Дальше 2 изнаночных.
Перекрещение 2 на 2 влево. Значит, первые 2 должны быть перед вязанием. Спицу правую за вязанием я ввожу в третью и в четвертую петельки. Вот так, видите? Снова снимаем 4 петли. Перехватываем первые 2, они у нас перед вязанием. Возвращаем третью и четвертую за вязанием. Все 4 провязываем лицевыми. 1, 2, 3 и 4. 1 изнаночная и перекрещение 1 на 1 с уклоном вправо. Если вправо, то 2 должна быть перед вязанием. Спереди я спицу ввожу во вторую петлю, меняю местами с первой, все возвращаю на левую спицу и провязываю лицевыми. Вот видите, еще раз я повторила раппорт рисунка. И так по кругу до конца ряда. Так, всего нашу схемку по кругу я повторила ровно 7 раз. Так, возвращаем маркер. Значит, в четных рядах у нас тоже будут вот эти мелкие перекрещения. То есть мы вяжем узор и на нечетных, и на четных рядах. Кстати, вот примерно сейчас у меня ушло 50 грамм пряжи. Так, значит, следующий второй ряд вяжется 2 изнаночных. Далее перекрестить 1 на 1 с уклоном вправо. То есть если в эту сторону, то теперь в противоположную сторону. Значит, если вправо, спереди я подхватываю вторую петлю. 2 снимаю. Возвращаю первую, она у нас за вязанием. Возвращаю вторую, она у нас перед вязанием. Поменяла их местами. И теперь обе провязываю лицевыми. Есть перекрещение вправо. 1 изнаночная, 4 лицевые. 1, 2, 3, 4. 2 изнаночных, 4 лицевые. 1, 2, 3 и 4. 1 изнаночная. С этой стороны перекрещение 1 на 1 с уклоном влево. Если влево, то сзади правую спицу я ввожу во вторую петельку, меняю местами. Первая получается перед вязанием, вторая за вязанием. Все вернула на левую спицу и провязала лицевыми. Вот такой наш второй ряд. Вы так повторяете по кругу 7 раз. Так, следующий у нас третий ряд. Начинаем с 2 изнаночных. Перекрестить 1 на 1 с уклоном влево. Сзади перехватываю вторую петлю. Меняю местами. Первая перед вязанием, вторая за вязанием. Обе провязываю лицевыми. Далее 1 изнаночная, 4 лицевые. 1, 2, 3, 4. 2 изнаночных, 4 лицевые. 1, 2, 3 и 4. 1 изнаночная. Перекрестить 1 на 1 с уклоном вправо. Спереди правой спицы перехватываю вторую петельку. Меняю местами. Первая находится за вязанием, вторая перед вязанием. Обе провязываю лицевыми. Это раппорт рисунка. Повторяйте по кругу. Так, следующий у нас четвертый ряд. Мы будем его вязать так же, как вязали второй. Начинаем с 2 изнаночных. Перекрестить 1 на 1 с уклоном вправо. Спереди перехватываю вторую петлю. Меняю местами с первой. Вторая перед вязанием. Обе провязываю лицевыми. 1 изнаночная. 4 лицевых. 2 изнаночных, извините, по центру. 4 лицевых. 2, 3, 4. А вот здесь 1 изнаночная. И перекрестить 1 на 1 с уклоном влево. Сзади перехватываю вторую петлю, меняю местами с первой. Первая перед вязанием, вторая за вязанием. Обе провязать лицевыми. Вот так вяжется наш четвертый ряд. Повторяйте по кругу. Так, следующий пятый ряд, где мы делаем вот эти же перекрещения. Итого пятый ряд будет полностью так же вязаться, как мы вязали первый. Итак, начинаю я с 2 изнаночных. Далее перекрестить 1 на 1 влево. Сзади перехватываю вторую петлю. Меняю местами первая перед вязанием, вторая за вязанием. Обе провязываю лицевыми. Так, есть. 1 изнаночная. Здесь перекрещение 2 на 2 вправо. Спереди пропускаю 2 петли. Ввожу спицу в третью и четвертую петельки. 4 снять. Перехватить первые 2 за вязанием. Вернуть третью, четвертую перед вязанием. Все 4 вяжем лицевыми. 2, 3 и вот 4. Готово. Далее 2 изнаночных петли. Перекрещение 2 на 2 влево. Сзади пропускаем 2 петли. Ввожу правую спицу в третью, четвертую петельки. Вот. Снять 4 петли со спицы. Вернуть первые 2. Они у нас перед вязанием.
вернуть третью и четвертую, они у нас за вязанием. Все 4 провязать лицевыми. 2, 3 и 4. Есть. Так, затем 1 изнаночная и перекрестить 1 на 1 с уклоном вправо. Спереди правой спицы перехватываю вторую петлю, меняю местами первая за вязанием, вторая перед вязанием, обе провязываем лицевыми. В точности также мы вязали первый ряд, вот что получается. Повторяйте так по кругу. Так, вот следующий ряд, шестой. Начинаю я с 2 изнаночных. Далее перекрестить 1 на 1 с уклоном вправо. Спереди правой спицы ввожу во вторую петельку. Меняю местами с первой. Первая за вязанием, вторая перед вязанием. Обе провязываю лицевыми. 1 изнаночная, 4 лицевых. 1, 2, 3 и 4. 2 изнаночных, 4 лицевых. 1, 2, 3, 4. 1 изнаночная. И перекрещение с уклоном влево. Сзади перехватываю вторую петлю. Так. Теперь снимаю первую перед вязанием, возвращаю вторую за вязанием, обе провязываю лицевыми. Вот так выполняется наш шестой ряд. Повторяйте по кругу. Так, начиная с седьмого ряда, у нас вот эти вот перекрещения будут сходиться вместе. Поэтому мы будем делать через ряд перекрещения 1 на 2 и 1 на 1. Сейчас у нас седьмой ряд, выполняем здесь перекрещение 1 на 2. Значит, смотрим, вяжем 2 изнаночных, теперь перекрестить 1 на 2 с уклоном влево. Значит, одна петля должна быть перед вязанием 2, я тоже сначала с дополнительной спицы, а уже следующее перекрещение без, хорошо? Одну петлю мы должны снять на дополнительную спицу перед вязанием. С левой спицы вязать 2 лицевые и затем одну петлю с дополнительной спицы провязать тоже лицевой петлей. Вот так. Видите, перекрещение 2 на 1 или 1 на 2. То есть здесь уже 2 петельки. Таким образом, у нас вот этот колосочек перейдет немножко на одну петлю влево. Дальше здесь 4 лицевые, 2 изнаночных, 4 лицевые. С этой стороны перекрещение 1 на 2 с уклоном уже вправо. Значит, на дополнительную спицу я снимаю 2 петли и оставляю их сзади за вязанием. С левой спицы вяжу 1 лицевую, а с дополнительной спицы выполняю 2 лицевые. Вот так. Вот это я показала вам раппорт с дополнительной спицы. Уже в следующих рядах будет без дополнительной спицы, а вы вот это все повторяете по кругу. Так, вот, значит, как наш седьмой ряд выглядит. Следующий восьмой ряд мы возвращаемся на одну петельку назад. То есть перекрещение будет 1 на 1 у нас в восьмом ряду. Так, начинаю я с 2 изнаночных, затем здесь уже 1 лицевая. Перекрестить 1 на 1 с уклоном вправо. Спереди перехватываю вторую петлю, меняю местами с первой, первая за вязанием, вторая перед вязанием, и обе провязываем лицевыми. Вот. 4 лицевых здесь, 2, 3, 4, 2 изнаночных, 4 лицевых, 2, 3, 4, перекрестить 1 на 1 с уклоном влево, сзади перехватываю вторую петельку, первая получается у нас перед вязанием, вторая за вязанием, все вернула и провязываю лицевыми. Плюс 1 лицевая. Вот такой раппорт рисунка. Повторяйте по кругу. Так, следующий у нас 9 ряд. Начиная с 2 изнаночных. Здесь 1 лицевая. Перекрестить 1 на 2 с уклоном влево. Одну пропустить. Сзади правую спицу ввожу во вторую и в третью петли. 3 петли снимаю. Первую перехватываю перед вязанием. Вторую и третью возвращаю за вязанием. Все 3 провязать лицевыми. Вот так, видите, снова сместилась на одну петлю. Здесь осталось 3 лицевых, 2 изнаночные, 3 лицевые. Так, выполняем перекрещение 1 на 2 с уклоном вправо. Спереди пропустить 2 петли, подхватить третью. Значит, 3 снимаю со спицы, перехватываю сзади вот 2 петли и спереди возвращаю третью. Все 3 провязываем лицевыми. 1, лицевая 2. Так, вот эту расправить. Вот лицевая 3. Плюс 1 лицевая. Все, вот это раппорт рисунка. Вот так вы повторяете по кругу. Так, следующий 10 ряд. Вяжем 2 изнаночные, 2 лицевые,
Перекрестить 1 на 1 с уклоном вправо. Меняем местами 2 петельки. Первая находится за вязанием, вторая перед вязанием. Обе провязываем лицевыми. Видите, мы на 2 сместились сюда, на 1 вернулись назад. Так, теперь 3 лицевые, 2 изнаночные, 3 лицевые. Перекрестить 1 на 1 с уклоном влево. Сзади перехватываю вторую петельку, меняю местами с первой. Первая перед вязанием, вторая за вязанием. Обе провязать лицевыми, плюс 2 лицевые. Вот наш раппорт рисунка, этого все повторяете по кругу. Так, следующий у нас 11 ряд. Значит, начинаю 2 изнаночных, 2 лицевые. Перекрестить 1 на 2 с уклоном влево. Одну пропустить, перехватить вторую и третью сзади. Вот так подхватить. Меняю местами. Первая у нас перед вязанием, вторая, третья за вязанием. Все вернула на левую спицу, все 3 провязываю лицевыми. Вот. Дальше 2 лицевые, 2 изнаночные, 2 лицевые. Здесь перекрестить 1 на 2 с уклоном вправо. Спереди перехватываю третью петельку, 3 снимаю, перехватываю первые 2 вот за вязанием, возвращаю третью перед вязанием. Все 3 провязываю лицевыми, 2 и вот 3. И здесь 2 лицевые еще. Вот такой раппорт у нас, видите, снова смещается на 1 петельку. Вот, повторяете по кругу. Так, следующий у меня 12 ряд. Вяжем 2 изнаночные. Так, лицевыми 1, 2, 3 петли. Дальше нужно на 1 петлю вернуться, то есть перекрещение вправо. 1 на 1 с уклоном вправо. Перехватываю вторую петлю. Она у нас перед вязанием, первая за вязанием. Поменяла местами. Обе провязала лицевыми. Есть перекрещение вправо. 2 лицевые, 2 изнаночные, 2 лицевые. С этой стороны перекрещение влево. Пропускаю первую, сзади перехватываю вторую. Меняю местами. Первая перед вязанием, вторая за вязанием. Обе провязываю лицевыми. И еще 3 лицевых петли. Это наш 12 ряд. Вы так повторяете по кругу до конца ряда. Так, следующий у нас 13 ряд. Вяжем 2 изнаночные. Так, 3 лицевые. Перекрестить 1 на 2 с уклоном влево. Одну пропускаем. Вторую и третью перехватываем. Снимаем 3 петли. Возвращаем первую перед вязанием. Вторую и третью за вязанием. Все 3 вяжем лицевыми. Вот так. Последнюю криво провязала. Есть. Еще 1 лицевая. 2 изнаночных. 1 лицевая. Теперь перекрестить 1 на 2 с уклоном вправо. Спереди пропустить 2 петли. Перехватить третью. Меняем местами 2 за вязанием, 1 перед вязанием. Все 3 провязать лицевыми. Далее еще 3 лицевых. Вот такой раппорт рисунка. Повторяйте по кругу. Так, следующий у нас 14 ряд. На 1 петлю возвращаемся. 2 изнаночных. Так, здесь у нас лицевыми 4 петли. Вот 3, 4. И перекрестить 1 на 1 с уклоном вправо. Значит, перехватываем вторую петлю вот так спереди. Меняем местами первая за вязанием, вторая перед вязанием. Обе вяжем вот так лицевыми. 1 и 2. Далее 1 лицевая, 2 изнаночных, 1 лицевая. Перекрестить 1 на 1 с уклоном уже влево. Сзади перехватываю вторую петлю, меняю местами с первой. Первая перед вязанием, вторая за вязанием. Обе провязываю лицевыми, плюс 4 лицевых петли. Вот такой 14 ряд. Довязывайте до конца. Так, вот все как получается. Смотрите, следующий 15 ряд мы снова смещаем на 2 петли. Но так как у нас уже здесь есть 4 лицевые, следующая должна быть изнаночной. То есть будет вязаться вот у нас крайняя петелька изнаночной петлей. Так, смотрим. 2 изнаночных, 4 лицевые. 1, 2, 3, 4. Перекрестить 1 на 2 с уклоном влево. Первый пропускаем. Перехватываю вторую и третью. Меняю местами с первой. Первая перед вязанием, вторая и третья за вязанием. Провязываю их как? Крайнюю изнаночной, центральную лицевой и третью, та, что перед вязанием, лицевой. Вот так.
Далее 2 изнаночных петли. Здесь перекрещение 1 на 2 с уклоном вправо. 2 пропускаю, перехватываю третью, меняю местами вот с двумя пропущенными. 2 получается за работой, третья перед вязанием. Вяжем лицевая, лицевая и крайнюю изнаночной петлей. Еще 4 лицевых. 1, 2, 3, 4. Вот такой рапорт рисунка. Повторяем все по кругу до конца ряда. Значит, вот так сейчас выглядит узор. Вяжем 16 ряд. Начинаем с 2 изнаночных. 4 лицевые. 1, 2, 3, 4. Здесь 1 изнаночная. Перекрестить 1 на 1 с уклоном вправо. Перехватываю спереди вторую петлю, меняю местами. Первая за вязанием, вторая перед вязанием. Обе провязываю лицевыми. 2 изнаночных. Так, теперь перехватываю сзади вторую петлю, меняю местами. Теперь первая перед вязанием, а вторая за вязанием. Обе провязываю лицевыми. Это перекрещение 1 на 1 влево. Еще 1 изнаночная и 4 лицевые петли. Вот так довязывайте 16 ряд до конца. Следующий 17 ряд. Вот эти косички уже будут вязаться здесь. Итак, начинаем. 2 изнаночных петли. Перекрещение здесь будет 2 на 2 с уклоном влево. Так, сзади правой спицы пропускаем 2 петли. Правую спицу ввожу в третью, в четвертую петельки. Так, вот. 4 петли снять со спицы, перехватываем первые 2 перед вязанием, возвращаем 3 и 4 за вязанием. Теперь все 4 провязываем лицевыми. 2, вот 3 и 4. Есть. 1 изнаночная петля. Здесь перекрестить 1 на 1, тоже с уклоном влево. Значит, пропускаю первую, правую спицу ввожу во вторую, 2 снимаю, перехватываю первую перед вязанием, возвращаю вторую за вязанием. Обе провязываются лицевыми петлями. Далее 2 изнаночных петли. Перекрестить 1 на 1 с уклоном вправо. Пропускаю первую петлю, правую спицу ввожу во вторую петельку. Значит, первая за вязанием, вторая перед вязанием. Поменяла местами, обе провязала лицевыми. 1 изнаночная. И перекрестить 2 на 2 с уклоном вправо. 2 пропускаем, правую спицу спереди ввожу в третью, в четвертую петельки. Снимаю 4 петли. 2 первые возвращаю за вязанием, 2 следующих перед вязанием. Все 4 вот провязываются лицевыми петлями. Так, да, есть 4. Вот такой наш рапорт рисунка. Вот это все вы повторяете по кругу. Так, вот выполнены косы. Следующий 18 ряд. Начинаем из 2 изнаночных петель. Дальше 4 лицевые, 2, 3, 4, 1 изнаночная. Здесь перекрестить 1 на 1 с уклоном вправо. Меняю местами. Первая у нас за вязанием, вторая перед вязанием. 2 провязываем лицевыми. 2 изнаночных. Перекрещение 1 на 1 влево. Меняю местами 2 петли. 1 перед вязанием, 2 за вязанием. Обе провязываем лицевыми. Дальше изнаночная и еще 4 лицевых петли. 2, 3 и 4. Повторяйте вот этот наш рапорт по кругу до конца ряда. Так, следующий 19 ряд. Начинаю с 2 изнаночных. 4 лицевые. 1, 2, 3 и 4. 1 изнаночная. Перекрестить 1 на 1 с уклоном вправо. Перехватываю сзади вторую петельку. Меняю местами. Первая перед вязанием, вторая за вязанием. Обе провязываю лицевыми. Далее 2 изнаночных петли. Перекрещение 1 на 1 с уклоном вправо. Спереди перехватываю вторую петельку. Меняю местами первая за вязанием, вторая перед вязанием. И обе провязать лицевыми. 1 изнаночная, 4 лицевые. 2, 3 и 4. Это рапорт рисунка. Повторяйте его по кругу. Так, следующий 20 у нас ряд. Вяжем 2 изнаночные, 4 лицевые. 1, 2, 3 и 4. 1 изнаночная, перекрестить 1 на 1 с уклоном вправо. Перехватываю спереди вот так вторую петлю, меняю местами, первая за вязанием, вторая перед вязанием, обе провязываем лицевыми. 2 изнаночных, перекрестить 1 на 1 с уклоном влево. Перехватить сзади вторую петлю, первая перед вязанием, вторая за вязанием, обе провязываем лицевыми.
1 изнаночная и 4 лицевых, 3 и 4. Вот такой раппорт рисунка, повторяйте по кругу. Так, смотрите, дальше наш 21 ряд будет вязаться так же, как здесь косами 17. Вот видите, полностью будет также выполняться. Итого, 21 ряд начинаем 2 изнаночных. Так, перекрещение 2 на 2 с уклоном влево. Пропустить 2 петли, правую спицу сзади, ввести в третью и в четвертую петельки. Вот. 4 снимаю со спицы, 2 перехватываю перед вязанием, 2 вернуть за вязанием. Все 4 провязываем лицевыми. 2, 3 и вот 4. Вот есть перекрещение 2 на 2 с уклоном влево. Далее. 1 изнаночная, перекрестить 1 на 1 с уклоном влево. Сзади перехватываю вторую петлю, меняю местами. Первая перед вязанием, вторая за вязанием. Обе провязываем лицевыми. Так, 2 изнаночных, перекрестить 1 на 1 с уклоном вправо. Перехватываю спереди вторую петлю, меняю местами. Значит, первая за вязанием, вторая перед вязанием. Обе провязать лицевыми. 1 изнаночная. И здесь перекрещение 2 на 2 с уклоном вправо. Пропустить первые 2 петли, правую спицу ввести в третью и в четвертую петельки. Снимаю 4 петли, перехватываю первые 2 за вязанием, возвращаю третью и четвертую перед вязанием. Все 4 вяжем лицевыми. Вот и 4. Так. Значит, вот это все раппорт рисунка. Вот видите, еще раз косы наши и повторяйте их до конца ряда. Так вот, выполнила я все перекрещение. Смотрите, как красиво сейчас выглядит наш рисунок. Вот. Значит, дальше, смотрите, вот эта наша цепочка, можно сказать, должна идти в эту сторону. Чтобы она пошла туда, нам снова нужно делать, чередовать перекрещение 1 на 2, так, и 1 на 1. Значит, теперь 1 на 2 будет у нас в четных рядах, а 1 на 1 в нечетных. Вот, к примеру, следующий у нас 22 ряд, как раз четный ряд, и перекрещение 1 на 2 будет выполняться. Начинаю я с 2 изнаночных, далее 4 лицевые, 1, 2, 3 и 4. Теперь перекрещение 2 на 1 или 1 на 2 с уклоном вправо. Первые 2 пропускаю, перехватываю третью, 3 снимаю, перехватываю первые 2 перед вязанием, возвращаю третью за вязанием и все 3 провязываю обязательно лицевыми. Вот так. Так, далее 2 изнаночных петли. Здесь тоже перекрещение 2 на 1 уже с уклоном влево. Одну пропустить, правую спицу ввожу во вторую и в третью петельки. 3 снимаю, возвращаю первую перед вязанием, возвращаю вторую и третью за вязанием. Все 3 провязываю лицевыми. 2 и вот 3. Так, еще 4 лицевых. 1, 2, 3 и 4. Вот такой раппорт рисунка. Повторяйте это все по кругу. Так, следующий наш 23 ряд. Начинаю с 2 изнаночных петель. 4 лицевые. 1, 2, 3, 4. Здесь перекрещение шаг назад, да, то есть 2 сюда, шаг назад, значит, уклоном влево. Меняю местами 2 петельки. Первая находится перед вязанием, вторая за вязанием. Обе провязываю лицевыми. Еще одна лицевая. 2 изнаночных. С другой стороны 1 лицевая. Перекрещение с уклоном вправо. Первую пропускаем, во вторую ввожу спицу вот так спереди. Меняю их местами. Первая за вязанием, вторая перед вязанием. Провязываю обе лицевыми. И 4 лицевых. 1, 2, 3 и 4. Вот такой наш раппорт рисунка. Повторяйте до конца ряда. Так, следующий 24 ряд. Вяжем 2 изнаночные, 3 лицевые. 1, 2, 3. Перекрестить 1 на 2 с уклоном вправо. 2 пропускаем. Перехватываю спереди третью. Меняю местами 2 за вязанием, 1 перед. И все 3 провязываю лицевыми. Вот. Далее лицевая, 2 изнаночных, лицевая. Перекрестить 1 на 2 с уклоном влево. Одну пропускаем, сзади перехватываем вторую и третью. Меняем местами 1 перед вязанием, 2 за вязанием. Все 3 провязываем лицевыми. И еще 3 лицевых. 1, 2 и 3. Вот так. Повторяйте таким образом по кругу. Так, 25 ряд вяжем. 2 изнаночные, 3 лицевые,
перекрестить 1 на 1 с уклоном влево, перехватываю сзади вторую петлю, возвращаю первую перед вязанием, возвращаю вторую за вязанием, обе провязываю лицевыми. Далее еще 2 лицевые, 2 изнаночные, 2 лицевые. Перекрестить 1 на 1 с уклоном вправо. Спереди перехватываю вторую петлю, 2 снимаю, возвращаю первую за вязанием и вторую перед вязанием. Обе провязываю лицевыми и еще 3 лицевых. Такой раппорт рисунка повторяете по кругу. Так, следующий наш ряд. Вяжем 2 изнаночные, 2 лицевые. Теперь перекрестить 1 на 2 с уклоном вправо. Перехватываю третью петлю перед вязанием, 2 первые за вязанием, 3 перед вязанием. Так все 3 провязываем лицевыми. Далее еще 2 лицевые, 2 изнаночные и 2 лицевые. С этой стороны перекрещение 1 на 2 с уклоном влево. Сзади подхватываю вторую и третью петлю, 3 снимаю. Возвращаю первую перед вязанием, вторую, третью за вязанием. Все 3 провязываю лицевыми, плюс еще 2 лицевых. Вот такой раппорт рисунка. Повторяйте по кругу. Значит, вот так у нас сейчас выглядит рисунок. Следующий 27 ряд. Вяжем 2 изнаночных, 2 лицевые. Перекрестить 1 на 1 с уклоном влево. Перехватываю сзади вторую петлю. Первая получается перед вязанием, вторая за вязанием. Поменяла местами. Обе провязываю лицевыми. Раз и два. Еще 3 лицевые, 2 изнаночные, 3 лицевые. Так, с другой стороны перекрещение 1 на 1 с уклоном вправо. Спереди перехватываю вторую петлю, меняю местами с первой. Первая за вязанием, вторая перед вязанием. Все вернула и обе провязала лицевыми. И еще 2 лицевые. Вот такой раппорт рисунка. Повторяйте по кругу. Так, 28 ряд. Вяжем 2 изнаночных. Далее. 1 лицевая и перекрещение 1 на 2 вправо. Перехватываем третью петлю вот так. 2 первые у меня за вязанием, 3 перед вязанием. Все 3 провязать лицевыми. 2 и 3. Дальше лицевыми еще 3 петельки. 2 изнаночных, 3 лицевые. Перекрестить 1 на 2 с уклоном влево. Сзади правую спицу ввожу во вторую и третью петельку, 3 снимаю, первую вернуть перед вязанием, вторую и третью за вязанием. Все 3 провязываю лицевыми, плюс 1 лицевая. Вот так, повторяйте по кругу до конца ряда. Так, вот наш весь сейчас рисунок. Значит, мы вяжем 29 ряд. 2 изнаночные, 1 лицевая, перекрестить 1 на 1 с уклоном влево, так. Переснимаем 2 петли, первая находится перед вязанием, вторая за вязанием, вернули обе и провязали лицевыми. Дальше 4 лицевых, 2, 3 и 4. 2 изнаночные, 4 лицевых, 1, 2, 3, 4. Так, здесь перекрещение 1 на 1 с уклоном вправо. Меняем 2 петельки местами, первая находится за вязанием, вторая перед вязанием, вернули обе и провязали лицевыми. Плюс 1 лицевая. Это раппорт 29 ряда. Повторяйте вот по кругу до конца. Вот весь наш сейчас рисунок нашей шапки. Так, следующий наш 30 ряд. Это последний ряд вертикального раппорта. Смотрите, у нас здесь уже есть 4 лицевые. Поэтому следующую петельку мы будем делать перекрещение и вязать крайнюю изнаночной петлей, как делали раньше. Значит, 2 изнаночных. Перекрестить 1 на 2 с уклоном вправо. 2 пропустить. Перехватить третью, 3 снимаю, вернуть первые 2 за вязанием, вернуть третью перед вязанием. Так, одну провязываем, вторую провязываем лицевой, а третью провязываем изнаночной петлей. Видите? Дальше 4 лицевые, 2 изнаночных, 4 лицевые, 2, 3, 4. Здесь перекрестить 1 на 2 с уклоном влево, сзади. Подхватываю вторую и третью петельки, меняю местами с первой. Первая находится перед вязанием, вторая и третья за вязанием. Провязываю сначала одну изнаночную, затем 2 лицевые. Вот так, видите? Все, повторяйте так по кругу.
Так, провязан 30 ряд. Смотрите, общая высота у меня почти 14 сантиметров. Значит, я должна провязать еще 6 рядов. Как раз вот эти наши косички, которые обязательны перед убавлением. Напоминаю, что сейчас у вас высота шапки, после того, как вы их провяжете, высота шапки должна равна быть конечной высоте минус последние 4,5 сантиметра, которые мы используем для макушки. Я провязала еще раз с 1 по 6 ряды. Как я вам говорила в начале видео, вы должны определить высоту так, чтобы сейчас именно как раз закончить шестой ряд схемки. То есть изначально начинать раньше, именно после шестого ряда у меня запланированы убавления. Значит, давайте с высотами. Сама схемка это у нас примерно около 11 сантиметров. Общая высота должна быть около 16 сантиметров, но то мне мерить вот так, наверное, все-таки. Там все-таки отворот что-то на себя берет. Вот эти ровно 16. Нет, даже 15,5 больше. Ну, вот между ними. Так, пусть будет 16 сантиметров, так? И если от наборного края, то почти 24 сантиметра сейчас. Так, значит, напоминаю, у нас ширина как для взрослого, а высота как для ребенка. Так. Далее, начинаем вязание макушки. На макушку у нас еще 16 рядов, то есть вот эта вот часть будет сейчас на макушку. Итак, первый ряд убавления начинает 2 изнаночных. Здесь мне нужно перекрестить 1 на 2 с уклоном влево, и именно здесь я делаю убавку. Значит, пропустить одну петлю, правую спицу сзади ввожу во вторую и третью петельки. 3 снимаю, перехватываю первую перед вязанием, возвращаю вторую и третью за вязанием. Теперь вот те, что 2, провязываю вместе лицевой и 1 лицевая. Вот так выполнили перекрещение с убавкой. 4 лицевые, 1, 2, 3, 4. 2 изнаночных, 4 лицевые, 1, 2, 3, 4. Так, здесь перекрещение 1 на 2 с уклоном вправо, тоже с убавкой. 2 пропускаю, спереди перехватываю третью, 3 снимаю. Первые 2 у меня вернулись за вязанием, третья перед вязанием. Провязываю 1 лицевая, а затем 2 вместе лицевой. Вот так, вот это все раппорт рисунка, видите, по рисунку плюс 2 убавки. И его повторяете. Во втором ряду узор вяжем без убавления. 2 изнаночных. Значит, здесь перекрестить 1 на 1 с уклоном вправо. Меняем местами 2 петли. Первая находится за вязанием, вторая перед вязанием. Обе провязываем лицевыми. Так, 4 лицевых. 2 изнаночных. 4 лицевых. Так, здесь перекрестить 1 на 1 с уклоном влево. Меняем местами 2 петли. Первая находится перед вязанием, вторая за вязанием. Вернула обе и провязала лицевыми. Вот такой второй ряд. Видите, по рисунку провязывайте до конца. Так, далее третий ряд. Начинаю с 2 изнаночных. Перекрестить 1 на 2 с уклоном влево. Одну пропустить. Правой спицы ввожу во вторую и третью петельки. 3 снимаю. Перехватываю первую перед вязанием, возвращаю вторую и третью за вязанием. Так, провязываю, вот, забыла, 2 вместе лицевой, затем лицевая. То есть с убавкой обязательно. 3 лицевые, 2 изнаночных, 3 лицевые. Теперь перекрестить 1 на 2 с уклоном вправо с убавкой. Перехватываю спереди третью петлю, 3 снимаю, первые 2 за вязанием. Третья перед вязанием, 1 лицевая, затем 2 вместе лицевой петлей. Вот такой раппорт рисунка, видите, снова 2 петли убавили. Так повторяем по кругу. Так, вяжем четвертый с вами ряд, 2 изнаночных. Перекрестить 1 на 1 с уклоном вправо. 2 петельки меняем местами. Первая у нас находится вот за вязанием, вторая перед вязанием, поменяла местами и обе провязываю лицевыми. Вот так. Далее 3 лицевых, 2 изнаночных, 3 лицевых, 1, 2, 3.
Так, перекрестить один на один с уклоном влево, меняем 2 петельки местами. Первая находится перед вязанием, вторая за вязанием. Обе вернула, обе провязываю лицевыми. Вот так. И так по кругу до конца ряда. Так, следующий наш 5-й ряд. Я уже леску вытащила с одной стороны. Итак, начинаю 2 изнаночных петли. Далее перекрестить 1 на 2 с уклоном влево. Первую пропустить, сзади перехватываю 2 следующих. 3 снимаю, возвращаю первую, возвращаю вторую и третью. Так, 1 за вязанием, 2, 1 перед вязанием, 2 за. Так, 2 вместе провязываем лицевой и 1 лицевая. Дальше 2 лицевые, 2 изнаночные, 2 лицевые. Перекрестить 1 на 2 с уклоном вправо, спереди перехватываю третью петлю, 3 снимаю, возвращаю первые 2 за вязанием, возвращаю третью перед вязанием. 1 лицевая и 2 вместе лицевой петлей. Так, и повторяйте вот это все по кругу, вот до конца ряда. 6-й ряд вяжем без убавления. 2 изнаночных, перекрестить 1 на 1 с уклоном вправо, меняем 2 петельки местами, первая у нас за вязанием, вторая перед вязанием, и обе провязываем лицевыми. Далее 2 лицевые, 2 изнаночных, 2 лицевые, перекрестить 1 на 1 с уклоном влево, меняем 2 петельки местами, первая находится перед вязанием, вторая за вязанием. Меняла их местами, вернула и обе провязываю лицевыми. Вот такой раппорт рисунка, повторяете по кругу. Так, а мы продолжаем убавку. У нас 7-й ряд. Так, снова я здесь вытаскиваю. Больше начинаем с 2 изнаночных. Перекрестить 1 на 2 с уклоном влево. Меняем местами. 1 петля у нас перед вязанием, 2 за вязанием. Все вернула на левую спицу. Провязываю 2 вместе лицевой. И затем 1 лицевая. Так, здесь осталась лицевая, 2 изнаночных, лицевая. Перекрещение 1 на 2 с уклоном вправо. Пропускаю 2, перехватываю третью. Меняю местами 2 у нас за вязанием. Третья перед вязанием. Все верну на левую спицу. И провязываю лицевая, затем 2 вместе лицевой петлей. Вот так, видите? И повторяйте таким образом по кругу. Так, следующий 8-й ряд вяжем по рисунку. Начинаем 2 изнаночные. Перекрестить 1 на 1 с уклоном вправо. Меняем местами 2 петельки. Первая находится за вязанием, вторая перед вязанием. Вернула обе. Провязала лицевыми. 1 лицевая. 2 изнаночных. 1 лицевая. Перекрестить 1 на 1 с уклоном влево. Меняем 2 петельки местами. Первая находится перед вязанием, вторая за вязанием. Все вернула и провязала лицевыми. Вот так наш вяжется 8-й ряд. И повторяете по кругу до конца. Так, следующий 9-й ряд. Вот снова наши перекрещения будут с убавкой обязательно. Начинаю я раппорт рисунка из 2 изнаночных. Перекрестить 1 на 2 с уклоном влево. Сзади перехватываю вторую и третью петлю. 3 снимаю. Первая у нас перед вязанием, вторая и третья за вязанием. Провязываем 2 вместе лицевой и 1 лицевая. Так, дальше 2 изнаночных. Перекрестить 1 на 2 с уклоном вправо. Спереди перехватываю третью петлю. 3 снимаю. Первые 2 возвращаю за вязанием, третью перед вязанием. Вяжем 1 лицевая и тогда 2 вместе лицевой. Вот и все, что осталось у нас от раппорта, видите? Так вы повторяете по кругу. То есть снова 2 изнаночных, перекрещение с убавкой. Так, смотрите, что у нас после 9 ряда. Следующий 10 ряд без убавлений. Итак, вяжем 2 изнаночных. Раз, два. Перекрестить 1 на 1 с уклоном вправо. Меняем 2 петельки местами. Первая у нас за вязанием, вторая перед вязанием. Поменяла их местами. И провязываю обе лицевыми. Далее 2 изнаночных. И перекрещение 1 на 1 с уклоном влево. Меняем 2 петли местами. Первая теперь перед вязанием, вторая за вязанием. Поменяла их местами, обе провязала лицевыми.
И так до конца 10 ряда. Так, теперь в 11 ряду я буду делать убавку на изнаночных петель. Каждую дорожку из двух изнаночных я провязываю как 2 вместе изнаночной петлей. Так вот, раз, два, две вместе изнаночной петлей стянуть. Каждую дорожку из лицевых петель делаем перекрещение 1 на 1 с уклоном влево. Меняем 2 петельки местами. Первая перед вязанием, вторая за вязанием. Вернула на левую спицу, провязала лицевыми. Дорожка из двух изнаночных провязывается 2 вместе изнаночной петлей. Дорожка из двух лицевых, перекрещение вправо. Меняем 2 петельки местами. Первая находится за вязанием, вторая перед вязанием, поменяла местами. Обе провязала лицевыми. Вот так, видите? И так и продолжаете. 2 вместе изнаночной. На дорожке из лицевых петель обязательно перекрещение. Сейчас перекрестить 2 петельки с уклоном влево. Поменяла местами, провязала лицевыми. Дорожка из двух изнаночных, это 2 вместе. Из двух лицевых перекрещение 1 на 1 с уклоном вправо. Поменяла местами. Вторая теперь перед вязанием. И обе провязала лицевыми. Вот так, видите, то есть наши вот эти дорожки не сохраняются. И сокращаются именно изнаночные петельки. 12 ряд. Без убавления у нас будет 1 теперь изнаночная, а здесь тоже перекрещение 1 на 1 с уклоном вправо. Значит, первая петелька у нас за вязанием, вторая перед вязанием, поменяли местами, обе провязываются лицевыми. Снова 1 изнаночная, перекрещение влево, меняем 2 петли местами, первая находится теперь перед вязанием, вторая за вязанием, вернули. Провязываем лицевыми. Вот так раппорт рисунка, видите? И так по кругу до конца. Так, дальше вяжем 13 ряд. Убавление у нас, значит, 1 изнаночная. А здесь 2 вместе лицевой с уклоном влево. Снять петлю, 1 лицевая. Накинуть снятую петлю на провязанную. 1 изнаночная. И 2 вместе лицевой с уклоном вправо. Слева направо 2 петельки провязать вместе лицевой петлей. Видите, только 4 петли у нас в раппорте останется. Значит, повторяем изнаночные. 2 вместе лицевой с уклоном влево. Снять петлю 1 лицевая, накинуть снятую петлю на провязанную. 1 изнаночная, 2 вместе лицевой с уклоном вправо. Это 13 ряд. Повторяйте так до конца ряда. В 14 ряду у нас осталась резинка из 1 изнаночной и 1 лицевой петли. 1 изнаночная, 1 лицевая. 1 изнаночная, 1 лицевая. И так до конца ряда. Это 14 ряд. Следующий 15 ряд. Все петельки провязываются по 2 вместе. 2 вместе лицевой. 2 вместе лицевой. И так далее. По 2 вместе лицевой. То есть сокращаем петли вдвое. После 15 ряда на каждый раппорт осталось по 2 петельки. Так, 7 раппортов у меня было по кругу. Всего 14 петель. Последний 16 ряд просто вяжем все лицевыми. Вот каждую петлю я вяжу по кругу лицевыми петлями. Это наш 16 ряд. Дальше мы обрезаем ниточку, оставляя небольшой хвостик. Берем иглу, желательно с толстым ушком, и хвостик одеваем в иглу. Теперь на иглу с нитью нам нужно снять все петельки. Сразу их пересчитаем. Снимаем по кругу. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Это наша половинка. Восемь, девять, десять, 11, 12, 13, 14. Вот так, 14 есть петель. Теперь, чтобы красиво здесь было, все петельки, я продеваю иглой с нитью еще раз. Вот раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, 11, 12. 13, 14, еще пару следующих снова. Вот так, видите, в одну точку. Так, отправляем иглу с нитью изнаночную сторону.
Вот вся наша шапочка с изнаночной стороны. Вот так выглядит. Так, эту ниточку прячем, если у нас больше здесь ничего не будет. Если у вас будет помпон или же подклад, вы можете ее использовать, чтобы пришивать. Вот. Вот так у меня сменная точка была. Так, значит, все проверяем. Вот наша лицевая сторона. Общая высота шапочки. Так. Вот, 26,5 сантиметров. Так, и высота реальная, которая у нас будет, то есть с отворотиком. Так, 19,5 сантиметров. То есть идеально на окружность головы 48-50 сантиметров. Так, теперь нам нужно стянуть. Так как мы здесь набирали больше петелек, нам нужно вот это все стянуть, чтобы верх у нас вот так стал по шапочке. Стягивать будем с помощью катушечной резинки. Значит, в два сложения. Вот два сложения резинка. И длину нам нужно меньше, чем окружность головы. Так вот, длину. Не растянутом виде, если. Так. Слишком много. Если честно, я вот первый раз буду вставлять, поэтому еще экспериментируем. Ну, давайте там возьмем 45 сантиметров, хорошо? Это с тем, что еще что-то на завязке пойдет. Потому что точно нужно меньше, потому что эта резинка должна быть в натянутом виде. Вот 45 сантиметров я две нити взяла. Так, используем мы иглу, желательно с толстым ушком. Вот начинаем здесь, где у нас остаток нити. Иглой подхватываем крайние петельки. Значит, при итальянском наборе, как мы набирали, у нас здесь все петли просто лицевые. Вот так между петельками провожу иглу с резинкой. Вот так, видите? И так по кругу. Так вот, я прям на манекене определяю, какой ширины вообще должна быть вот эта резинка. Видите, вот здесь слишком много, то есть нужно подтянуть, а здесь наоборот слишком стянуто. Так, перетягиваем сюда. Значит, помним, я длину брала 45 сантиметров, но уже, видите, видно, что лишнее. То есть около 40 у меня уйдет на окружность головы 48-50. Так, еще чуть-чуть подтянем. Где так распределить. Вот здесь еще слишком свободно. Немножко еще натяну. И тогда вот так растягиваю. Вот здесь слишком натянуто. Туда петельки нужно. Вот. Ну как? Мне кажется, что супер, да? Держится. Вот. Наша вся шапочка. Значит, теперь это все будем завязывать. Концы между собой. Наверное, попарно. Так, чтобы точно не развязались. Вот. Раз. И еще вот эту пару тоже завязываем на узелок. Два. Вот видите? Так. Обрезаем остатки. Так, и как-то перетянуть немножко, чтобы это все спрятать. Есть вот такая идея. Сейчас посмотрим, как она пойдет нам или нет. То есть вот здесь резиночку. Здесь у нас было более натянуто, чем с той стороны. Мы вот так немножко перетянем. Вот видите, чтобы вот эти все у нас спрятались. Вот, супер. Видите, уже здесь. А все остальное вот распределить по длине. Вот так, иголочкой. Дальше. Так,
аккуратненько, только чтобы не повредить вот нашу вязаную часть. Вот хвостики туда заправились, и остатки обрезаем. Готово. Так, ну будем знать, что это все должно быть вот здесь. То есть вот так у нас сама наша шапочка. Так, прятать и обрезать вот эту нить от наборного края. Так, вот теперь такой вот результат. Значит, дальше. В следующем видео мы, во-первых, свяжем ушки к этой шапочке. Отдельное видео, так как сегодня уже хватает всего. Отдельно будет видео у нас, как рассчитать и связать подклад из ткани. Дальше это будет комплект. Я уже к этой шапочке вяжу вот шарфик. Он еще в работе. И, скорее всего, будут варежки. Вот такой комплектик будет. Всем большое спасибо. С вами была Катерина Мушек. Всем до новых встреч!